На кресте, установленном на месте сожженной деревни Адамова, накануне 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны, проявился лик Христа. В некогда уничтоженный оккупантами населенный пункт началось настоящее паломничество. Верующие и даже скептики направляются в Слуцкий район, чтобы своими глазами увидеть изображение. Что это? Чудо или самовнушение? Прикоснуться к светлому символу отправилась и наша съемочная группа. А вот крест, видишь, как отпечатывается? И с каждым днем он еще ярче и ярче становится. Последние несколько дней жители Адамова несут цветы к поклонному кресту в своей деревне. Всему причиной необъяснимые обстоятельства. Местные православные решили провести реставрацию иконы Божьей Матери, установленной на кресте. Сняв изображение, мастер не поверил своим глазам. Под ним на дереве проявился совсем иной лик Христа. То был облик такой тускловатый, а за каждым разом становится проявление яснее. И вот печатался. Смотрим, четверка, единица. Вот. И крест на груди. И крест на груди. Версию о том, что изображение могло отпечататься от иконы, местные жители опровергают. Образ был закреплен на нержавеющей пластине. Изначально ничего не было. Ну, дерево может проявиться синева или смола. Но если тут посмотреть, тут это не синева, не смола, не какой-то грибок. Это не знаю, что. Возможно, это и есть этот лик. Произошедшее вызвало настоящий ажиотаж в Слуцком регионе. В Адамово стали съезжаться паломники. Было принято решение поместить проявившийся лик под стекло. Осветить новоиспеченную святыню пригласили батюшку. Победы на сопротивные даруя, и твое сохраняя крестом твоим жительство. Там можно видеть лик Христа, можно и не видеть. Знамения и чудеса окружают нас повсюду. Для верующего человека чудо – это вообще обычное дело. Он когда открывает Евангелие для ежедневного чтения, там сплошные чудеса Христос творил. Вот. И очень важно, чтобы это чудо или это знамение, которое нам встречается в жизни, помогало бы нам обрести веру. Чудо объясняет местонахождением креста. Он установлен на территории Огненной деревни. 23 февраля 1943 года немецко-фашистские захватчики обрекли жителей Адамова на мучительную смерть. Поджигали мирных жителей прямо в их домах. Раницей, значит, еще только разведнело фашистские карники, окружили вёску. Отрезали, как вы бачите, с усих боков тут лес, отрезали шляхи отхода и стали сгонять людей на якобы проверку документов, аусвайсов. Их загнали в этот дом, заколотили двери, соломой коли стали обкладывать стены, все жихары зрозумели, что их знищить заживо. Как рассказывал отец, там у нас вот на хуторе, сожгли 24 человека. Согнали в сарай и сожгли. Сегодня о трагедии напоминает памятник. На нем указано, что во время карательной экспедиции не стало 190 местных жителей. Но современные исследователи называют эту цифру неверной. В огне погибли 218 человек. А в целом на Случине фашисты уничтожили более трех десятков деревень. Трагедия Адамова увековечена в мемориальном комплексе Хатынь. Деревня стала одним из лепестков на этом древе жизни. Здесь слуцкое местечко среди 400 уничтоженных оккупантами населенных пунктов, которые смогли восстать из пепла. В то время как выжженными навсегда с карты Беларуси остались 186 поселений. Местные жители решили, что чудо не нуждается в доказательствах. Ученых для проведения экспертиз не приглашают. Проявление лика побудило их еще сильнее чтить события прошлого. Вскоре на месте сожженных домов установят мемориальные доски с именами погибших. Но больше всего на огненной земле мечтают возвести церковь. В главном эфире Инна Пелевич, Александр Берецкий и Александр Шостакович.